В Уральске продолжается капитальный ремонт дороги по улице Шолохова. Планируется, что первый участок от улицы Сарымадатова до улицы Сергея Тюленина завершится до конца июня. Подробнее о ходе строительства расскажет наш корреспондент. В Уральске полным ходом идет ремонт дорог. К примеру, сейчас ремонтируется дорога по улице Шолохова. Раньше ширина этой дороги составляла около 15 метров. Теперь она расширится до 22 метров. Также в скором времени начнется ремонт дорог по улице Назарбаева. По словам представителей ЖКХ, работы в городе по ремонту дорог будут длиться до октября месяца. Итого в городе будет отремонтировано более 70 километров дорог. Ремонт дороги по улице Шолохова начали с первого участка, расположенного от улицы Сарымадатова до улицы Сергея Тюленина. Дорога, доставляющая крайние неудобства автолюбителям своим ужасным состоянием, станет шире. Но не все жители города рады такому раскладу, так как любой ремонт доставляет немало хлопот и неудобств. Конечно, хорошо, что дорогу ремонтируют, но сейчас появились некоторые неудобства, как пробки и невозможность проехать в шиномонтажке, например, который находится вдоль дороги. Особенно сложно тем, кто живет здесь, так как в час пик приходится очень долго ждать. По словам специалистов, ремонт дороги по улице Шолохова будет длиться порядка двух лет. Участки дорог будут закрываться поочередно для удобства жителей. Протяженность данного участка дороги составляет 1 километр 300 метров. В работе задействовано 7 единиц спецтехники, около 50 рабочих. Левая часть полосы уже готова, осталась правая сторона. Подрядчиком является ТО «Адал-Арна». В отделе ЖКХ сообщают, что ремонт будет вестись на протяжении двух лет поэтапно, а работы будут проводиться исключительно в сезонное время. Сейчас идет полностью расширение дороги, копаем котлован, соответственно, идет уплотнение дороги и так далее. Параллельно идут работы по снятию опор, которые находились на территории действующей дороги. Сейчас будем устанавливать там новые и так далее. Работы ведутся. До конца июня планируем завершить первый участок дороги. В планах еще много улиц, в том числе в текущем году хотим сделать 36 улиц в ПДП-2, микрорайон Сарыраха-Дюркул, сами знаете. На сегодня уже 6 улиц совершили. Порядка 30 улиц до конца года должны завершить и сдать полный ПДП-2, полный проект. По проекту у нас предусмотрено полное асфальтирование данного микрорайона. Вместе с дорогой по улице Шолохова также приводит в порядок полотно и на других городских улицах. Например, дороги по улице Айтива, Сарымадатова, Миндалиева, Мухита уже отремонтированы. В ближайшее время начнут ремонтировать дорогу по проспекту Назарбаева. Дана Керембаева, Булат Джигапар, Александр Грабрев, телеканал ТДК-42.